Друзья, сегодня на завтрак мы готовим омлетные маффины с ветчиной и сыром. Яйца разбить в миску. Добавить соль и взбить до пышной пены. Добавить перец, муку и немного разрыхлителя. Хорошенько перемешать все миксером. Добавить тертый сыр, мелко нарезанную ветчину и зеленый лук и еще раз хорошо все перемешать. Одноразовые алюминиевые или любые другие формочки смазать растительным маслом, присыпать мукой, разложить по ним омлетную массу и отправить запекаться в духовку на 15 минут при 210 градусах. Для соуса нарезать мелко зеленый лук и петрушку, добавить сметану, добавить соль, перец и хорошо перемешать. Готовые маффины легко вынимаются из формочек. Переложите их на тарелку, сверху полейте получившимся соусом и украсьте зеленью.